Ну что, друзья, запустили у нас все, что только можно. Малореченский парк. Запустили горосполком бесплатный туалет. Общественный туалет в оперативном управлении МБУ, УБГ и КС. Время работы с 8:00 до 20:00. Идем смотреть. Ж и М. Свет. Это женский туалет. Раковина. Жидкого мыла, правда, еще нет. Но водичка бежит. Чаша Генуи работает. Слив надо. А что? А, во! Нажал, слив пошел. Туалетной бумаги нет. Туалетной бумаги нет. Туалетной бумаги нет. Ну, это все дело поправимое. Мужской туалет, свет выключаем. То же самое. Все. Сушилка. Руки подносишь. Ох, ёпарас, это работает. Сушит. Туалетной бумаги нет. Туалетной бумаги нет. Писсуары для детей есть. Все как положено. Жалко, конечно, что не сидит человек. Смотритель есть, который убирает. На зарплате все поставлено, работу. Но жалко, что нет постоянно его здесь, потому что могут просто-напросто зайти и нагадить. Камера висит, но она висит, то заходит. Ну и фонтан. Идем смотреть фонтанчик. Плитка красивая. Положено хорошо. Фонари красивые. Вот так вот, ребята. Ремонт в этом парке не производился лет 40. И вот сейчас все сделано. Все поставлено. Все работает. Все. Я уже показывал его. И вот фонтанчик. Только запустили фонтан, начали люди опять что-то в него кидать. Ну, вроде бы на сайте трындюлей дали. Ну, вот сидят стаканчики, потихоньку распивают. На сайте трындюлей дали, и все пошло нормально. Еще отсюда должны быть пимпочки, струечки на центр попадают, льют. Где-то затеряли, заказали, говорят, новые. Ну, пока так. Но тоже очень хорошо. Вот отсюда тоже должна вода. Естественно, наши люди не могут, чтобы не насвинячить. Косточки, палочки, ну люди, что ж вы делаете, а? Ну как так можно вот сувать между лавочками бычки, жвачки, пробки? Ну свиньи, а? Что это такое? Ужас. И не оторвешь же. О. Так что все нормально. Паренечек молодой собрался косить траву. Девчонки сидят рядом. Так что так.
Кипарис нашего детства. Это была у нас лошадь. Ну или верблюд. Катались верхом. Старые сосны. 1846 год. Хотят еще поставить видеонаблюдение по всему парку. Ну, естественно, новые лавочки. Есть площадочки. Вот еще выделены под лавочки. Одна, там вторая, третья. Но пока что еще нет, не поставили. Насколько кора старая, да? Сосна. Офигеть. От дороги идет стенка старая, уже наклонилась, тоже надо ее реставрировать, укреплять, потому что наклон держится на деревьях. Смотрите, какой уклон идет, наружу завален. Вот так вот. Сейчас просто надо... Жара сегодня стоит страшенная. Вот что за люди? Шли, оставили мусорный пакет. До мусорки донести 2 шага. Кстати, наша речка. Малоречка. Еще советские перила. Тут уже частично машинами посносили. Вон она бежит. Бежит. Вот это вот речушечка Кадалини. Такие сели несет. Смывает дома, мосты, людей, зверей. Вот он специально мусорный контейнер для веток здоровый. Ставят у нас везде связь, телевышки огромнейшие. Потому что по горам, по оврагам нифига связи нету, пропадает в ущелье. Теперь каждый километр-два стоят такие вышечки. Юра, а что это за вышка? Это те, этот самый, связь. Да, да? Да, связь, она ж по горам прыгает, едешь. То есть, то нету, а так она, везде много их поставили. Вот так осветил я парк с туалетом и с фонтанчиком. Больше и смотреть нечего. Все что-то боятся на камеры попадать. Стесняются. Ну вот, ладно, всем пока.